Бурге де Туша! Туша! Ты орлица. Твоих людей на Цусиме я убил. Хотон-хан мертв, и войско его разбито. Уже завтра ко мне на помощь прибудет 1000 самураев. Сдавайся, и мы тебя пощадим. Ты устал с дороги. Пей. А не проще голову отрубить? Как можно, ты мой гость. Что это за зелье? Священное снадобье. Береги силы, потом станет хуже. Ты меня не сломишь. Но ты сломлен так давно. Теперь я отпускаю твою душу в иной мир. Ты предстанешь перед судом своих предков. Остаться. Хорошо, что я не послушалась. Села на первый же корабль. Что с тобой? Что они сделали? Это их орлица. Она чем-то меня отравила. Нужно найти тебе лекаря, пока они не вернулись. Погоди, мой меч. Ищи, где спрятано остальное. Где сейчас орлица с монголами? Я разожгла огонь у границы лагеря. Они побежали смотреть, откуда дым. Ну все, идем. Сюда.
Столько лет прошло, а форт Сакай еще цел. Ты знаешь это место? Отец построил. А, ну конечно. Здесь кто-нибудь пытается дать монголам отпор? Похоже, нет. Насколько я знаю. Значит, союзников не будет? Нет. Жители Яки презирают клан Сакай. Здесь меня никто не поддержит. Из-за твоего отца. Помоги открыть ворота. Когда ждать остальных самураев? Остальных? Я никого не звал. Даже господина Симуру. Это здесь твоего отца убили? Нет. На нас напали в ущелье. Так ты был с ним в тот день. Сюда. Куда теперь? Во дворе прокопан ров. По нему и выберемся. Интересно. Тогда веди. Твоего отца убили прямо у тебя на глазах. Как только ты это пережил? Я и не пережил. Спустись пониже. Что же ты видишь? Отец бросил умирать. Я хотел спасти тебя. Ты дал отцу погибнуть. Что-то не так. Ты меня опоила. Да, и ты прозрел. Но видение — это лишь начало. Без меня тебе не справиться с ужасом и болью. Я помогу одолеть страх, забыть о чувстве вины, унять душевные муки. Именно так я помогла всем своим шаманам. Мы покорим остров Ики, закончим дело твоего отца. Помоги одолеть здешних разбойников. Отомсти за смерть отца. Нет! Зин! Отец? Бедняжка, не сумел спасти отца и лишился души. Я хотел научить сына всему, что умею. Но какой ты самурай? Он поэт. Сын! Здесь опасно! Не мешкай! Я иду, отец! Кадзумаса в тебя не верил, и не зря. Хорош самурай, который безучастно смотрит на убийство отца. Когда мы везли отца назад на Цусиму, мне хотелось прыгнуть за борт и утопиться. Он слабый! Неуклюжий. Если он погибнет в бою, наш род прервется. Отец не хотел брать тебя на остров Ики. Ты только мараешь честь клана Сакай. Это ложь! Джин! Быстрее! Я иду, отец! Это была ловушка! Наш клан погубили лживые воры и убийцы! Отец! Син, беги! Уже недалеко! Бросил отца погибать. Нет! Пусть смерть твоя украсит все живое. Нет!
Отец. Ты живой? Орлица. Она близко. Идем, я знаю, где укрыться. Я дал тебе поспать. Тебе было нужно. Кто ты? Отвечай. Командовать ты будешь у себя на Цусиме. Запомни, самурай. И ты тоже подлый морок. Достанешь меч, узнаешь, кто тут морок. Если ты здешний, скажи, кто победил при облачном лесе. Тогда 2 недели шел сильный ливень. Паводки погибли и самураи, и наши. Так что никто. А теперь ты мне ответь. Что на острове Ики забыл самурай? На Цусиму явились люди-орлицы. Я увидел, что они творят. И не мог не вмешаться. И ты видел, что делает отрава? Скажу больше. Я ее выпил. И ты в состоянии говорить? Это поразительно. Надолго я туманит разум? Насколько я знаю, навсегда. Ничего, вытерплю. Давно у вас здесь монголы? Ну, с месяц. Разбойников перебили. Только наши еще держатся. Я вам помогу. Вместе мы прогоним орлицу. Поможешь? Ты же самурай. Орлицу надо остановить. Как тебя звать? Дзин. Из Ерикавы. Мне надо это обдумать. Дзин из Ерикавы. Я не дам тебе так просто уйти. Мне надо искать выживших, а тебе бы прийти в себя. На западном побережье ты найдешь дом. Там поговорим. Если ты еще не помрешь от монгольского яда. Не помру.